А мне, между прочим, друзья, очень интересно наблюдать за кадровые видео. И сегодня мы посмотрим несколько роликов, которые были сняты на проекте «Чемпионы на льду», который накануне прошел в Минске. Ну и, конечно, наши любимые фигуристки будут в кадре. Смотрим. Этими кадрами делится фан-аккаунт Камилы Валиевой Тим. А вам, друзья, пришлись по душе эти небольшие отрывки? Напишите в комментариях, а также не забывайте поддерживать это видео лайком, если хотите больше роликов о фигурном катании на моем канале. Спасибо за ваше внимание и берегите себя. До новых встреч, друзья. Увидимся.